История секретного агента третьего эшелона Сэма Фишера началась в 2003 году, когда вышла Том Кленси «Splinter Cell». Сюжет там, правда, получился сугубо бредовым. Нам предлагалось предотвратить войну между Китаем и США, а заодно изловить грузинского президента Камбаяна Николадзе, который замыслил захватить чуть ли не весь мир, используя оружие массового поражения «Ковчег». Но первую Splinter Cell полюбили не за сюжет, а как раз за геймплей. Разработчики из Ubisoft чуть ли не первыми сделали настоящий шпионский триллер, где игра в прятки с противником была жизненно необходима. Фишер умело скрывался в тени, с ловкостью обезьяны карабкался по трубам и карнизам, расправлялся со злодеями изящно и тихо. В Splinter Cell было мало глупой пальбы, а патроны на вес золота, так что стелс выходил на первое место. Ну и кроме того, игра отличалась отменной графикой, которая и сейчас держится молодцом. Изумительная анимация, великолепная работа со светом, достойные спецэффекты. В общем, игра оказалась удачной, и продолжение не заставили себя ждать. Однако уже в предпоследней части под названием Splinter Cell Double Agent разработчики начинают менять образ Фишера и атмосферу игры. В Double Agent Сэм, пожалуй, впервые предстает не бездумной машиной для убийства, а человеком. В сценарии нашлось место и драме, и непростым взаимоотношениям Сэма с коллегами. Да еще и главный герой начинает сомневаться в родном агентстве, чего раньше с ним не случалось. Геймплей тоже стал несколько иным. Действие происходило при свете дня, стрелять приходилось куда больше, появились такие спорные нововведения, как выбор, на кого работать. Но, несмотря на изменения, по сути игра оставалась все той же, так что после выхода Double Agent в Ubisoft решили серьезно перетряхнуть стремительно протухающий сериал. Причем сначала казалось, что перезагрузка пройдет быстро. Уже весной 2007 года появилась первая информация о Splinter Cell Conviction, и увиденное, мягко говоря, удивило многих. Согласно задумке авторов, Сэм превратился в какого-то бомжа, которого преследует родное агентство. Он закутался в толстовку, оброс бородой и уже не прятался в тени, а предпочитал расправляться с врагами в открытом бою. Все были уверены, что игра вот-вот появится в продаже, но состоявшийся релиз Assassin's Creed поумерил пыл разработчиков. Слишком уж похожие по концепции игры рисковали стать конкурентами, и проект был отправлен на тотальную переработку. И вот, спустя 3 года после первого анонса, Splinter Cell Conviction наконец-то добралась до магазинов. Но это совсем не та игра, которую нам показывали в 2007 году. Сюжет Splinter Cell Conviction — это, в общем, продолжение Double Agent. После того, как у Сэма погибла дочь, а он самолично пристрелил Ламберта, его жизнь пошла под откос. Не выдержав обрушившихся испытаний и разочаровавшись в третьем эшелоне, Фишер подает в отставку и уезжает на Мальту лечить нервы. Тихая жизнь, впрочем, продлилась недолго. Сэм выясняет, что на Мальте находится некто Андрей Кобин, который знает, кто стоит за убийством дочери. Дальше события разворачиваются стремительно, но привычно. Международные террористы, оружие массового уничтожения, правительственные заговоры и спасение США от смертельной угрозы. Несмотря на знакомый сюжет, изменилось все. В первую очередь образ Фишера. Он озлоблен, работает только на себя, а с противниками предпочитает разбираться чуть ли не в открытом бою. Вместе с Сэмом разработчики кардинально изменили стиль игры. Если раньше вступать в открытый бой с 4 противниками было очень рискованно, то теперь можно безболезненно перестрелять и десяток злодеев. Из размеренного стелс-экшена игра превратилась в убойный, очень стремительный боевик, где Сэм ну просто терминатор. И не потому, что он не погибает, как раз для этого ему хватает пары выстрелов. Просто способов разбираться с врагами у Сэма теперь очень много, а убивает он жестоко и быстро. В первую очередь бывший агент освоил новый прием под названием «Ликвидация», благодаря которому можно разом отправить на тот свет 3-4 врагов. Работает трюк просто. Убил в рукопашную противника, заполнил специальную шкалу, и дальше остается лишь пометить врагов. Бац-бац, кругом трупы. Выглядит расправа стильно, красиво, а у злодеев нет ни единого шанса спастись. Другой вариант, наплевав на все, устроить Gears of War. Сэм теперь прячется за укрытиями, метко оттуда стреляет и носит с собой связку гранат. Так что и Рэмбо на его фоне выглядит ребенком. Что с тобой случилось? Получил по жопе. От всех этих изменений старые поклонники сериала, скорее всего, будут не в восторге. Еще бы, тут практически нет настоящей шпионской работы. Не нужно взламывать замки и компьютеры, а стелс превратился в необязательный довесок. Конечно, можно отсиживаться в тени, неожиданно ломая шеи, но если враги заметили, ничего страшного не произойдет. Короткая перестрелка и негодяи на небесах.
Только в одном коротком эпизоде нельзя попадаться на глаза охраны и камер, но это своего рода дань уважения первым частям. С другой стороны, Splinter Cell Conviction запросто привлечет любителей яростных боевиков. Разработчики в сравнительно небольшой игре упаковали десятки ярких моментов. Придется сражаться с вертолетом, гоняться за киллером, прорываться в штаб-квартиру третьего эшелона. Будет даже боевая миссия в Ираке, которая хоть и сделана из рук вон плохо, но стрельбы там полно. Но новым приключениям Фишера, конечно, не хватает размаха, да и игроку негде развернуться. Создатели наделили Сэма кучей возможностей, только применять их негде. Туповатых гопников легко можно убивать каким-нибудь одним способом, а импровизировать приходится не по необходимости, а чтобы не заскучать. Сюжетный режим получился неоднозначным. Кому-то придется по душе, что сериал превратился в боевик со стрельбой и взрывами, а кто-то погрустит и отправится перепроходить первую часть, вспоминая былые времена. Новый геймплей не то чтобы плохой или хороший, он просто другой, и каждый сам должен решить, что ему больше нравится. Другая сторона игры — мультиплеер, который получился не самым удачным. Разработчики приготовили сюжетный кооперативный режим из 4 миссий, пролог к основным событиям, где на поле боя оказываются 2 агента — американский Арчер и русский Сокол. Их задача — найти и уничтожить главарей мафии, причем дело происходит в России, а противники здесь ругаются отборным матом, создавая нужную атмосферу. Проблема в том, что кооператив получился только на словах, никакой командной работы нет, а все похоже на одиночную кампанию. Остальные 3 режима стандартные. В «Охотнике» нужно вдвоем перестрелять всех врагов на уровне. Режим «До последнего» предлагает оборонять эмми-генератор. Ну и только в «Лицом к лицу» можно сразиться против живого соперника, правда и тут битве мешают многочисленные злые NPC. Splinter Cell Conviction получилась неплохой игрой. Новый Сэм Фишер, яростный и быстрый геймплей, неплохой мультиплеер. Разумеется, не все тут гладко, есть минусы и порой существенные, но по большому счету перезапуск сериала прошел успешно. Теперь разработчикам остается лишь улучшать новые идеи и делать более осмысленный и насыщенный геймплей. Благо, концовка не оставляет сомнений в том, что история Сэма Фишера еще далека от завершения. Не осуждай, вот стульчик-то все выпил. Че еще за дела? Говорил тебе, надо оптоволокно. Че я настрою? Давно пора бы. Говорит, сети нету. Ты швабры провода не задевала? Не. Я тоже. Давай. Да что ж ты будешь делать-то, эй? Намеков и осторожных отсылок мы навестили вот. Тюремные камеры американской военной академии. В завершении же выпуска у вас ведешь, нет. Разбор полетов. Наши ответы на ваши нескромные вопросы. А может так и задумал. Как многие из вас могли заметить, мы пристально наблюдаем за судьбой Fallout Online и эпичным конфликтом Interplay и Bethesda. Вот и сегодня предлагаем вам на заметку... Чё стоишь? Неси попкорн! ...пока горячие точки. Interplay внезапно взяла и официально...